Дорогие друзья, в связи с тем, что дети, по-моему, решили мне устроить сегодня праздник, я решил записать еще один коротенький видеоролик. Раз мы только что сравнивали два пистолета, давайте их сравним все-таки. Полимерный Форд 17R, металлический Форд 12R. Что же выбрать? Ответ довольно-таки прост. Пистолет металлический, крепче, надежнее и практичнее. Более того, старые версии Ford 12 стоят дороже, чем новые версии в магазине. Связано это с тем, что в производстве данного образца использовалась оружейная сталь, то ли была произведена более качественная закалка деталей. И ресурс старого пистолета травматического заявлен самим заводом-производителем в 50 тысяч выстрелов. Но есть обратная сторона. Эта штука тяжелая, почти килограмм. Эта штука весит 700 грамм, минус 300 грамм. Если вы собираетесь носить пистолет в повседневном использовании, то я бы сказал, что эта модель оптимальнее. Более того, она сейчас стоит на вооружении в полиции. Если раньше, еще лет 10 назад, все кричали, давайте нам Макаров, потому что с ним ходит там вся милиция, то теперь эта штука у полиции. Сюда можно повесить фонарь. Здесь достаточно удобная, легкая полимерная рукоятка. Есть достаточно эргономичные штуки для того, чтобы его взвести. Ну и в целом достаточно неплохой образец. Если вы не собираетесь нарушать закон и стрелять несертифицированным патроном, вполне доступный вариант. Поэтому для повседнева лучше вот эта штука. Для стрельбы в тире на точность травматическим патроном на 10 метров лучше это. Еще, скажем так, прошу учесть один факт. Если вдруг попадется патрон, который производитель ошибся с навеской пороха, эта штука выдержит. Вот это я лично видел много фоток с вырванной полимерной рамкой. Ставим лайки и подписываемся. Смотрим на массу в интернете. И вам хорошего вечера. До свидания.